Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Full Metal Furies. Давайте-ка на карту сбегаем с вами. Путь к зимнему алмазному магниту. Да, вот здесь мы с вами остановились. Так, за прохождение, ну это понятно. Все, поехали. Действительно, зима у нас здесь, лес какой-то. И уже, смотрю, там охламоны стоят, а? Не понял. Это что за дела? Фурии, опустите свое оружие. Мы здесь не для того, чтобы драться. Владыка Аминотей приказал нам пропустить вас. Хм, да? А что происходит? Поговорите с быком, он знает больше меня. Погоди-ка, с быком. Мы же с вами Минотея уже победили. С каким еще быком мы должны тут поговорить? А, вот. Приветствую вас, Фурии, впереди находится алмазный магнит. Делайте то, что пожелаете. Почему вы позволяете нам пройти? Минотей жив? Он отдает вам приказы? Нет, его больше нет. Последний приказ Минотея пропустить вас, если вы сумеете найти это место. Мы не знаем почему, но мы делаем, как он повелел. Что ж, если вы больше не храните алмаз, что вы будете делать теперь? У нас продолжается война. Мы верны Минотею и будем пытаться захватить мир для него, ожидая его возвращения. Пока вы здесь, можно я спрошу? Один из тех ребят назвал меня быком? Ну да, так и было. Накажи его потом. Так. Оу. Что же тут так темно? Полярная ночь, видимо. Снежок падает. Ой, кажется, мы зашли за пределы карты, говорит Мэг. Нет, мы по-прежнему в Филосии. Кажется, мы на каком-то маскировочном поле. Впереди алмаз. Да, хотя он совсем близко. Даже теперь я едва могу его найти. Мы бы ни за что не отыскали это место без помощи Лелантоса. И что нам это дает? Куда мы? Я вообще хоть куда-нибудь двигаюсь? А, не двигаюсь, ребята. Не-не-не-не-не, только не-нет, ну опять алмаз. Ах, ядрить его на корень. И все? Так легко и просто? Я-то думал, сейчас будет заваруха у нас, как обычно, но... Плевое дело, или какая-то обманка была, а? Так, что-то я не понял. А в чем юморок? Кажется, теперь все по-честному. А что такая халява-то нам вдруг упала? Сундук. Не дай бог какой-нибудь подвох. Га-ха-ха-ха-ха-ха. Зашибись, ребята. Я в первый раз такой короткий уровень вижу. Ладно, ну что ж, будем продолжать. Денег у нас по-прежнему мало. Мы опять с вами идем на карту. Слушай, а, во, открылось. Смотрите. Так, ну-ка, если мы... Нам только сюда, что ли, можно? К ядру? Погодите-ка. К ядру-то это все понятно. Это хорошо. Но у нас-то с вами другие планы немножко. Используй все умения. Я вот в этом направлении могу двигаться? Во! Могу! Так, смотрите-ка, ребята. К руинам? Да что ж за ересь-то такая, а? Слушайте, здесь какой-то подвох. Ну, давайте еще разочек пробежимся, да? Путь к зимнему алмазному магниту. Мне нужно найти... Слушайте, ну вот этот вот алмаз, который вылазил из-под земли, он же и был... По идее, да? Так, опять то же самое. Ладно, пройдемся, малька. Но вот он выходит. Теперь главное все по-честному, да? Что мы должны сделать? Никто не появляется. Хм. Магнит этот на один удар, я так понимаю. Не взорвался. Странно. Слушайте, ребят, я ничего здесь не вижу. Ну, разбивается он с удара просто-напросто. Знаете, как будто бы это не настоящий алмаз. Вот почему-то мне кажется так. И даже сундука не дали, да? А нет, дали.
Дают, ребята, нам. Слушайте, ну действительно какой-то подкол. Не может быть такой короткой миссии это. А куда же нам тогда с вами путь держать? В каком направлении? Хм, вот это да. Они прикалываются надо мной, да? Фурии, вас это устраивает? Меня почему-то нет. Такой расклад. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Может быть, что-то здесь у нас к руинам. Так, здесь мы везде были. Фалойский лес. Так, а это у нас что за тропинка, куда идет? Тартару? Часть 7. Конец старого, начало нового. Титан Кронос затаился в ожидании, но его рука занесена над миром, готовая уничтожить его. Вот так вот даже? Ох ты! Что-то новенькое, ребята. Новый Вавилон. Новый Фалой. Хм. Ладно. Новый Фалой. Какое-то звездное небо, что ли, у нас здесь? Я вообще хоть передвигаюсь? Оп, тихо-тихо-тихо, ребята, мины. Травинки мы сейчас все пощелкаем. Посмотрите на мир, в котором вы живете, Фурия. Он полон смерти и разрушений. Жалкое существование, выросшее из праха минувшего. Сделайте шаг, и я покажу вам мир, свободный от войн, свободный от распри. Мир, где все создания склонятся перед моей волей. Это сам Кронос говорит. Ох, здорово, ребятушки. Воу, только псов мне вот этих не хватало. Так, тихонько, ребята, тихонечко. Надо вспомнить, как играть. Давненько это было. И вот тут я почему-то решил ее допройти. Не знаю, нравится вам эта игра или нет, но мне лично нравится. Ё-моё, аккуратненько, аккуратненько, не надо так буянить. Слушайте, самые поганые это здесь собаки вот эти вот. Они практически мной все мины разрядили. Так. Давай, Трис. Отлично, оглушили. Блин, я уже думал, что минус один, но не тут-то было. Так, вот теперь точно минус один. Этот все бомбит, а? Все разбрасывается и мины. Чепушило-то. Ага, не понравилось ему. Сразу щит поменял на красный. О, аптечки. Отлично, хорошо. Давайте его оглушим маленько. Че там оглушить? Сразу добили его, да и все. Так, продолжаем идти. Я так понимаю, что вся эта дорожка у нас будет идти именно к боссу Кроносу. Что такое? Ага. Так, подождите. Мексиканцы опять эти пиццерищики, а? Давайте вот этот вот алмаз постоянно меняет защиту себе. Ага, ну мы тоже не дурачки, мы будем переключаться. Минус один. Оу, турели. Тихо-тихо-тихо, ребята, что-то тут неладное происходит у нас. Да успокойся ты там. Строчит пулеметчик фигов. Оу, жарковато. Так, рюкзачок лежит, если что, ребята, у нас тут. В нем наверняка будет аптечка. А, уже лежит аптечка. Уже выпала. А неспроста здесь только сумочек-то дают, а? Вам не кажется? Успокойся ты, кристалл. Смотрите. Удар, а нет. Я уже думал, один удар делаешь, он сразу меняет броню себе. Ну, периодически, да. Сейчас мы его расколбасим. Готов. Деньги, деньги. Тут главное денежка, ребята. Нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы прокачать своих персонажей. Травиночку, не пропускаем ничего. Так, дайте-ка я возьму аптечку. Сброс ремонта. О, отлично. Так, опять мины, значит, здесь будет заварушка, я больше чем уверен. Сундучок лежит. Что там? Тупик на севере.
Я помню, в тот раз тоже они говорили тупик, но ничего такого не было. Там все было хорошо. Или действительно тупик? Нет, смотрите. Так, проходик освободили себе. Вау, может быть здесь и тупик, но деньжатами мы разжились, это однозначно. Что такое тут? Лес растет прям под ногами, ё-моё. Но нас-то это не остановит. Я хоть правильно иду-то? Какой-то лабиринт образуется, смотрите, ребят. Что это за звук? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Помню я эти гадости. Бомбы. Да ладно, хорош. Вы это специально так делаете? Я надеюсь, они не на раз убивают, как обычно. Да что? Давайте еще двигаться здесь, а? Слушай, ребят, я буду здесь стоять. Мне главное не попасть под ихнюю волну. Вот я щит поставил. Ой-ой-ой, как больно. Последнее осталось. У меня как раз успеет накопиться броня. Фу, повезло. Ну, хпшку... Да ладно вам! Ё-моё, у меня больше не хватит, ребята. Я не смогу простоять. Ай, тяжело сейчас. Сейчас будут взрываться. Ой-ой-ой-ой. Щет. Давай быстрее, резаем. Так, вставай, Трис. Да какой контр мимо, блин. Фу, чудом повезло. Я офигею, блин. Нажимаю главное на поднятие, а он мне пишет контр мимо. Опачки, камень, монолит. Как... Смотрите, как тут хитро все замудрено. Ага, надо, видимо, тут оббежать каким-то секретным путем. Отлично. Лев, царственный и гордый. Его яркая звезда указывает путь. Внемли моим советом и будешь щедро вознагражден без промедления. Гравюра. Я вот до сих пор ни одной загадки этой не решил. Фрагмент Розетты. Да понятно, мы уже столько их находили, что я уже со счета сбился. Действительно, ребята, мы пришли в тупик. Прочитали, как говорится, вот этот вот фрагмент. Теперь можно спокойно отсюда возвращаться. Я так понимаю, наверное, той же дорожкой, как мы сюда и пришли. Да, какой-то лабиринт у нас здесь образовался за это время. Так, теперь, по-моему, вниз нам нужно. Ага. Выходим, короче, отсюда. И продолжаем, наверное, свой путь. Блин, я представляю, какой будет последний босс здесь. Хотя, ребята, мы в аду еще не все с вами прошли. Сколько мы там? 6 ступеней прошли, да? А там их еще дофигища. Так, тихо. Разошлись здесь пиявочки. Вот так вот, всех пощелкаю. Ха-ха, круто. Так, еще остались в живых. Ну что, последние, по-моему, тут две, да? Добили. Все, отлично. Так, кто там, не пойму. Опять псы? Точно, ребята, псы. Блин, 3 штуки. Ох, будем драться. Их, как вы помните, лучше всего к концу экрана зажимать. Ёлки-палки. Давай, Трис, резай. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что мы можем резать, ребята, прикрываясь щитом. Вот это вот, конечно, обалденно. Продолжаем бомбитик. Давай. Слушайте, ну удар вроде бы у меня прокачан, но все равно как-то не... Не удовлетворен я результатом боя. Черт, ты живи там у меня, главное, не падай. Так, и добивочный. А, все, готов, хламон. Опа, опять звездное небо. Так, начинается, да? Лабиринт у нас здесь. Под ногами расти. Фурии, брависсимо, вы так далеко зашли, Си, но дальше вы не пройдете. Мы великие братья Спинетти,
Идите сюда, белыми ваш будем кушать, как спагетти. Ёлки-палки, началось, ребята. А выходит-то, что на самом деле не все так легко и просто. Ладно, давайте будем поаккуратнее это делать. И как можно быстрее уничтожать их. Надеюсь, у меня сейчас все получится. Врагов, конечно, здесь немало, немало. Вон они эти, братья спагетти спинели. Да хорош ты уже, сбили. Да, ребята, здесь драки уже, как видите, очень-очень долгие у нас. Потому что этих врагов пока поймаешь врасплох, да? Нужно еще постараться. Так. Причем под каждого, да, свой этот персонаж нужен. Ты посмотри, что творят. Воу, жесть просто. Ай-яй-яй, Трис, давай быстрее. Бинго. Так, один сундучок еще лежит. Посмотри, что вытворяют, а. Просто стреляют, невозможно ничего сделать. Поэтому я и говорю, нужно как можно быстрее. Началось опять. Ну вот как... Во, отлично, ребята. За холмиком спрятались. На! Блин, не получилось ни шиша. Сейчас опять подобьют, по-моему. Так, у нас тут еще рюкзачок есть. Ага, вот так вот. И еще наверху один. Да куда ж ты, ядрёна вошь, а? Ну, как всегда. Как всегда, ребята. Тихо, тихо, держим, держим, держим. Отлично, нормуль. Меняемся. Почему я Трис не играю сейчас? Потому что она единственная, кто может у нас резать в щите. Если она у меня погибнет, то все, мы проиграем здесь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, тут этому осталось немножко, есть. Так, одного шваркнули. Еще четверо осталось. Подкрепимся. Да иди ты от меня, а. Давай вот так вот сделаем. Отлично, хорошо. О, аж три раза его звезданули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зажимает. Да ё-моё, ну в самом деле ты достали вы спинетти. Братья Марио, а. Ну, как всегда, давай, Трис, быстрее, выручай. Но если нам броню собьют, то, ребята, все, это будет финиш. Это будет кранты. Я не знаю, как я уже тут... Уворачиваюсь из последних сил. О, маленько подхилились. Только подхилишься, да? Не успеваешь выйти, как в тебя уже летит снаряд. Тихо, 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 он там что-то копит. Он копит вертушку, что он еще может копить? Так, давай, 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 родной, вставай. Ух. Блин, у Трис очень мало хп, ребята. Даже не знаю. Даже не знаю, как мы тут сможем сделать это дело все. Ты задолбался своей вертушкой, а? Ага, тут у нас чисто голда. Я думал, аптечка будет. Хотел вот так хотя бы сделаем. И щит. Вот, все, накопили. Полный уровень щита. И половиночку хп. Ай! Блин. Давайте опять попробуем рисануть. Ну давай, давай, отлично, все. Меняемся. Сложность вся в том, что они стреляют. И вон вертушка своя, они очень быстро двигаются. Ничего себе вы скорость там развиваете. Я даже не могу увернуться от этого всего дела. Кто у нас тут? Ну, почти двое покоцанных довольно хорошо. А двое еще совсем-совсем нулевенькие. На!
Вот-вот-вот-вот-вот. Я даже его догнать не могу, ребят. Своей вертушкой, как он отходит. Так, вот-вот-вот. Сейчас есть шанс. Ну. Опа. Не добили, все равно маленько осталось еще. Черт. Так, я не понял, сколько их тут уже? Их уже далеко не четверо. Их тут еще больше стало. Я думаю, что-то тут вообще заваруха офигенная. Так вы посмотрите, сколько их уже. Они плодят сами себя. Ага. Сработал фокус. Давай вот так вот, вот так вот. Ну-ну-ну. Так, одного еще мы шлепнули. Замечательно, ребят. Ё-моё. Ну, как всегда, трис. Хорошо, хоть в углу лежим, да? Сейчас. Опа. Замечательно. Вот-вот, давай-ка вот этого. Да куда ж ты? Есть. Так, и опять их четверо. И опять трис вызываем. Ну, давай, быстрее. Есть. Фух, повезло. Это очень рискованно, ребята, прыгать так, потому что везде снаряды летят. И на них можно элементарно напороться. Но все равно... А, нет, не зацепил я. Блин, опять их четверо. Я же вроде подбивал. Опа-на, аптечка. Отлично. Еще минус один. Ну что, ребята, осталось двое. Один в красном, другой в синем щиту. Давайте-ка вот этого попробуем сейчас накрыть. Вот ему не нравится. Смотрите, хпшки только улетают у него. Я представляю, наверное, смотреть это все, ребятушки, утомительно. Но вы не поверите, как утомительно здесь уворачиваться от этого всего. Просто жесть. Ну тут, смотрите, все, их тут двое. А, и то подбили. В любом случае попроще, намного проще все. Давайте рисанем. Отличненько. И добиваем уже последнего. Слушайте, я надеюсь, что это как босс идет у нас. Ну, в плане того, что нам дадут сундук, и мы будем с вами уже как бы другую часть проходить. Да, да, походу дело так и есть. Ну-ка. Ви нас заспагеттили. А ты что думал? Смотреть на тебя буду. Ну-ка, дайте-ка мне какой-нибудь новый рецептик, пожалуйста. Есть. Жаровник. Показные разборки. Но это не для наших героев, к сожалению. Жаль. Очень жаль. Но, тем не менее, опыт заработали. Ух. Техника у нас подросла. Опачки. Это мы где? На Луне? Новое. Что у нас тут новое появилось? Так, деньги есть. Можно купить что-нибудь, ребята. Давайте-ка, наверное, технику с вами улучшим. Денежка еще осталась. Слушайте, можно, в принципе, еще, наверное, разок технику. Вот так. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы будем завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами продолжим играть в эту игру и увидимся уже в следующих сериях. А на этом все. Всем пока, всем удачи. До новых встреч.